На ежемесячную выплату в размере 5000 рублей могут рассчитывать некоторые российские семьи. Такое решение приняли в правительстве Российской Федерации для поддержки граждан с малолетними детьми в период сложной эпидемиологической ситуации. О порядке начисления выплат в эфире Авторадио Биробиджан рассказала руководитель группы социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Еврейской автономной области Дарья Малик. Семьи, которые претендуют на эти выплаты, должны иметь право на материнский семейный капитал. И неважно, распорядились они этим правом или не распорядились. И второе условие – в этой семье должен быть ребенок, не достигший 3-летнего возраста. Это право распространяется на семьи, у которых дети родились в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года, в случае второго и последующего ребенка в семье, и дети, родившиеся с 1 января по 1 июля 2020 года, в случае даже первых детей в семьях. На размере материнского капитала данная выплата не отразится, так как она является дополнительной. Заявление может быть подано до 1 октября 2020 года, причем если заявление подается после 30 июня, то в этом случае семья получает выплату единоразово, то есть не ежемесячно по 5000 на ребенка, а единоразово. Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно. Полную запись эфира на Авторадио Биробиджан смотрите на сайте reabir.ru. Игорь Сукачев, Андрей Терехин, Новости 21.